Император Белла свыдушнило. Походу, у императора бомбануло. Плотнейший все... Я имел в виду, сейчас я его успокою, и мы придем. Я стерплю, терпели, помоги людям. Бог терпел и нам велел. Да не бомбит у меня! Так а зачем ты кричишь? Так а чё они говорят, что меня бомбит? Не бомбит! Ни капли, блядь, не бомбит у меня! Сука! Дай снюс мне! Хватит! Ох, кайфы! Мне нужно еще снюса! У нас больше нет снюсов. Это был последний снюс из наших запасов. Блять! Дядя, я могу помочь! Я слышал о такой практике, где ты не вкидываешь снюс под губу, а допустим ходишь в театр или в парке, чтобы снять стресс. Ой! Пушкинскую карту там завести. Я, блять, по-твоему, псина, чтобы в парках гулять? Или тетрайдер, чтобы в театрах находиться? Или я на Пушкина похож, но Пушкинскую карту заводи!